Это старинный граммофон с динамиком, аппарат, с помощью которого услаждали слух меломаны 100 лет назад. На выставке старожитности центральный выставочный зал показывает антикварные редкости из крупнейших городских коллекций. Зрители смогут погрузиться в мир старой жизни, отсюда название проекта. Задача – сохранить и возродить культуру коллекционирования и собирательства. Здесь у нас формат антикварной галереи. Миссия, которую мы выполняем, показать пермякам, которая заботится о своем интерьере, о своем жилище, что вещи, антикварные вещи, красивые вещи в Перми есть. И этот проект у нас будет вначале, наверное, раз в год, а потом два раза в год. И он будет проходить все время в формате антикварных галерей. Здесь только настоящие раритеты, нет новоделов, говорят специалисты ЦВЗ. В основном антикварные предметы конца 19-го, начала 20 века. Совсем немного артефактов 18 века. 70% антиквариата привезены из столицы Западной Европы. Местных вещей меньше, их вообще сохранилось в нашем городе немного. Картины, мебель, посуда, мелкая пластика, бронза, каслинское литье, кабинетная скульптура. В бурном 20 веке пермяки очень многое не сохранили, продавали, чтобы выжить. Просто терялись переездами. Наш проект поддерживает наши две ведущие институции культурные. Это Пермская художественная галерея и Краевой музей. Стеклянные витрины предназначены для сокровищ, которые они предоставят на выставку. Эти витрины у нас строго охраняемые, с замками, с видеонаблюдением. Поэтому все сокровища пермские, которые не показаны у них в основной экспозиции, будут размещены здесь. Уникальность старожитности в немассовости предметов, которые собирали коллекционеры и государственные музеи. Познакомиться с вещами ушедшей эпохи, вдохновиться старинным дизайном можно будет по 31 мая. Выставка откроется сегодня вечером.